Жители Осиновой рощи просят откликнуться тех, кто хоть что-нибудь знает о церкви святителя Василия Великого. Раньше она стояла в усадьбе Левашовых. В 30-е годы прошлого века храм разрушили, и многие забыли о нем. Только 10 лет назад петербуржец Владимир Соловьев заново открыл церковь, обнаружил остатки фундамента. Находку зафиксировали археологи, позже там организовали официальный приход и установили памятный крест. С тех пор сюда регулярно приходят верующие. Это кадры любительского видео. Люди молятся прямо под открытым небом. Служба проходит каждое воскресенье, причем в любую погоду. Принять в ней участие приходят целые семьи. Святитель Отче наш Василий, моли Бога о нас. Святитель Отче наш Василий, моли Бога о нас. Местные жители хотят восстановить храм Василия Великого своими силами. Вместе с отцом Анатолием они пытались найти какие-нибудь изображения или эскизы, чтобы правильно воспроизвести облик. Библиотеки, музеи, архивы искали даже в обществах коллекционеров. Никаких следов. Последняя надежда – городские старожилы. Вот так как утеряны все документы на этот храм, утерян внешний облик, может, у кого-то в альбоме старинный, у бабушки какой-нибудь, найдутся какие-нибудь свидетельства в этом храме, или описание, или открытка этого храма, или фотография на фоне этого храма. И вот нам это очень нужно, так как это будет способствовать его восстановлению. Прихожане очень надеются, что все же найдут изображение храма и его отстроят вновь. Ведь каждому хочется поставить свечу перед святым ликом, а не просто в снег.